Ақшам шерфеңіз қайырлы олсын. Эфирде заман бүгін майысының 24-ті ве Қырым ижғалінің 817-ші күні. Сонки хабирлерінен сізні таныш етмеге азырмыз. Хизбут Тахрир іші бойынша шекленген Энвер Мамутов ве Зеври Апсейтовны июльнің 11-іне қадар апысты қалдырдылар. Бірі 7 бала, екіншісі 4 баланың бабысы олы. Бүгін Қырымның Юқары Рус мақкемесінде Мамутов ве Апсейтовның апысты болынуы бойынша адвокатларының шикетлері бақылды. Екісі өз қабатыны редете. Апелляционные жалобы защитников на избрание меры пресечения в виде ареста удовлетворены, к сожалению, не были. Ни одни из доводов адвокатов, к сожалению, опять-таки не принимались. Следователи представляли лишь какие-то предположения о том, что подозреваемые, обвиняемые могут скрыться, однако каких-то доказательств представлено суду не было. Мы также обратили внимание на суда, что все задержанные содержатся в железных клетках. Это недопустимо до признание вины, то есть презумпция невиновности здесь. Пока нет приговора, нельзя людей держать в железных клетках на судебных заседаниях. Это прямое указание на унижение чести и достоинства. И вот, к сожалению, в таких условиях проходят эти судебные заседания, доводы абсолютно не принимаются защитой. Удовлетворено наша апелляционная жалоба не была. Также Энвер Мамутов, в частности, заявил о том, что он сейчас содержится в одиночной камере, что ему не дают возможности писать какие-либо заявления и жалобы, ему не предоставляют ни бумагу, ни ручку. Ему не дают возможность даже запросить какие-то книги из библиотеки вот, следственного изолятора, на что он имеет право. Он, в частности, хотел взять уголовный кодекс, почитать, и Коран просил ему перевод, либо просто сам Коран, оригинал. Это тоже не удовлетворяется, эти его просьбы. Он содержится один, вот в четырех стенах. Мамутова Энвера, у него вообще 7 детей. А это никак не берется во внимание, к сожалению. АТО зонасында жанклешкен Украина ордысының 7 аскері әлі қолды, 9-ы есе яраланды. Сене башындан берілі бір күн ішінде қайдетілген ән бұйық тілафеттір. Рус жанкеверлері Украина шарқында атешіні тоқтамайлар. Бұндан да ғайры душманлар Минск анлашмалары бойынша ясақланған ағыр селяд онытмаларыны қолынмаға девам еті. Минулої доби противник знову збільшив кількість обстрілів українських позицій. По всьому фронту противник використовує міномети калібром 82 та 120 міліметрів, які раніше важкі бої тривають під Авдіївкою, і найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. Донецький напрямок. Тут вчора надвечір, близько 19-ї години, розпочалися інтенсивні обстріли в Авдіївській промзоні. Обстріли велися з боку Ясиноватої. Загалом бойові дії тут тривали 7 годин практично безперервно. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, на превеликий жаль, ми маємо суттєві втрати. 7 українських військовослужбовців загинули. Ще 9 наших бійців були поранені. Ці надзвичайно важкі втрати українські війська понесли по всім 3 напрямкам. РКШ ось ватананы корумага зарур. Бойле фікірінен Ақяр Сакіні Дмитрий Нахимов та майдандан дженке кеткенде еді. 2014 сенесінің язында оғын үлі оларақ Донбас батальонына язылды. Шымды о Донец живарында қызмет еті. Бізім журналистлеріміз Дмитрийнен көрішіп, оның икеесінен таныш олдылар. Ну вот, хост, организованный нашими бывшим командиром для бойцов. Бойцы проживают без каштовности. Дмитрий Нахимов АТО ветеранлары хостел үчін тәслиметкен мағазны көстіре. Шымды Дмитрий тәтілде о джен карекетлер ветераны шаадет намесіні ресмилештірмеге істей. Киевде оның омюр арқадашы ве баласы яшай. Ләкін Дмитрий Евге барып оламай. Жена мне сказала так, что если ты не живешь дома, значит ты нам не нужен. На все мои убеждения, что я пошел не просто ушел от нее, не пошел там никуда гулять, ни в казино, не убедила. Вот нам нужен папа, который вот кормит ребенка. При всем при том, что я давал деньги, зарплату свою она полностью получала, мою зарплату получала военную, ЗСУ. Подал на развод. Дженке Дмитрий майдандан кетті. О вақыт андан инсанларны ғонулі батальонларға яза еділер. Я написал заявление, заяву написал и в Азов, и в Айдар, и в Донбасс. Потому что, ну, кто первый позвонит, туда я пойду. То есть, как разница, как бы, да, добровольцы все свои, все хохлы, укропы. Ну вот. Но первый позвонил из Донбасса девочки из колл-центра.
Батальондан Донецке барып чықты. Арбилерге селядар қатайды. Озы муарибелерді иштрак етмеге дайма ұнтылайды. Санитар оларақ Донецка валимындан яраланғанларыны ташиды. Сбрукеры работали тяжелые, там танки работали, саушки, слава богу, не прилетало, потому что прилетела саушка, это было бы все. Пуля прилетела 5.45 прямо в бронежилет. Вот, и стреляла не в бронике, а стреляла вот в шлейке. Вот здесь у меня в бронике еще дырка осталась. Хатырлағанына көре, Иловайск вақиялардан әвел, кімсе дженк не олғанына тасавур біле етмейді. Блядь, весело и страшно, если так, если честно. Поначалу было страшно, потом было весело, потом снова было страшно. Нахимов бұ Дмитрийнің арби лағабы. Оны тесадуфнен сечмеді. Бұл лағабны озы Ақярдан олғанны қайдетмек үшін сечті. Ләкин ана-баба оғлына қол тұтмадылар. Мы с отцом не общаемся, к сожалению. Опять же, разделение там на западенцев и пророссийских. Вот мы все фашисты, бандеровцы, блин, детоеды, детей кушаем. Вот, они все хорошие, мягкие, пушистые. Ну, что, ну, такова жизнь. Родители не выбирают, приходится с этим мириться. Шымды Дмитрий туған шерге бармаға тек хаял еті. О, арбей хызметте болынмаға девам еті. Демобилизациядан сон қытада қалмаға ниетлене. Айлесіз ве эфсіз қалғанына бақмадан бір шейчун язықсынмай. Как бы я считаю, что каждый мужик должен защищать свою землю. Есть время, скажем так, работать, строить семью. А есть время, когда приходит, нужно идти и защищать свою страну, родину, Украину. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Берлинде 5-ші Европалы тарихи форумы кечерілді. Форумда Крым-татар халқының сүргінлігі ве зиманеви заманда милетке қаршы япылған басқа қында сөз сөрсетілді. Чықышта тарихчы АТР телеканалының алып барыжысы ве сияси ілімлер намзеті Гүлнара Бекирова болынды. Форумның эсас мевзусы сүргінлік ве мечбури көчевлерінің хатырлавы олды. Она посвящена, теперь уже можно сказать, злободневной для Европы проблеме насильственных, принудительных миграций. И я участвую с докладом о судьбе крымско-татарского народа и об отражении темы депортации 1944 года в исторической памяти народа. Сегодня был мой доклад. Разумеется, я говорила и о современной ситуации, и о тех проблемах, с которыми крымские татары столкнулись уже сегодня, за последние 2 года. В конференции участвуют представители, эксперты, историки, журналисты из Европы, России, Украины. Проблема принудительных миграций, проблема беженцев, она остро стала вот последний год, особенно перед европейским сообществом. И осмыслить этот опыт, опыт тех этносов, тех сообществ, которые уже пережили эту трагедию, которые, может быть, переживают, как крымские татары, заново, практически во всех выступлениях коллег из Украины и российских коллег, а это в основном представители Московского мемориала, в той или иной степени отражена судьба крымско-татарского народа. Джанкой районының заречная ве болотная кой сакинлері бір елдевамында шерге айланма ел бойынша етіп баралар. Кечкен сенесі майыс 22-сінде койлер арасында победная озенінден кечкен копюр авдырылған еді. О вақыттан берлі бір шей денішмеді. Ресми шекілде Қырымның назерлер шурасы яны көпірінің құрылжылығына 95 миллион рублей айырған екен, ләкін әмелді акимет Аляда көпірні құрачақ шыркетіні тапып олма екен. Дорога вроде более-менее стала удобная, но, как показала практика, как показала жизнь, после любого дождя дорога приходит в непригодное состояние. Когда проходит дождь, или сокращаются рейсы, или же запускаются такие автобусы, что просто невозможно ни сесть, ни проехаться, и маленькие, и просто они не справляются с грузопотоком. Это сейчас лето, сухо, а зимой гололед. И бывают такие случаи, что скорая помощь не может достичь Заречного. Приходится, вот людей даже было, что переносили через мост, и там скорая помощь брала людей. В садик вот скоро пойдем, тоже будем мучиться, никак добираться туда не можем. Родственники живут тоже туда. Добираться надо через объезд. Очень долго, неудобно с детьми на автобусе ездить. Зимой очень скользко, можем упасть.
и ребенок тоже не сидит. С двумя очень тяжело переходить здесь, идти туда, в амбулаторию. И у нас, во-первых, еще увеличилась стоимость проезда. Если она была раньше 15, сейчас 25. За то, что у нас идет больше километраж. Уже прошли все сроки. 1 ноября прошло 15 года. Потом сказали, к концу года ничего не получилось. 14 января у нас прошли общественные слушания по восстановлению этого моста. Приезжали инженеры, они защитили свой проект и сказали, что к началу мая будет сделан временный технический мост, а потом уже к 1 июля закончится строительство, то есть сдадут его в эксплуатацию. Рус ерджисы Ирина Дубцова Крымда бедавай ырламага мечбур олды. Концерт эшкилячылары Москва ерджисынын концерттен казаналган парасын алып, гайып олдылар. Доландырыжылар концертке 2 саат калганда билет параларын топлап, телефонларыны сондырып качканлар. Астополин исчезли за 2,5 часа до концерта. Вообще! Нам не заплатили денег. Мы не знаем, куда делись деньги за ваши билеты. Надеемся, что эта ситуация выяснится, но мы вас любим, мы с огромным удовольствием к вам ехали, и, конечно же, мы не могли отменить концерт, поэтому мы сегодня получаем удовольствие и надеемся, что вы его получите вместе с нами. Вот такая вот у нас ситуация. Впервые в жизни мы с этим столкнулись. Компания, которая пригласила нас, называется «Интерконцерт», пусть все знают. Все телефоны выключены у всех, у нас нет ни воды, ни чая, ни салфеток, ничего. Но мы довольны, мы к вам очень давно хотели и надеемся, что сегодня будет еще лучше, чем когда бы то ни было. Согласны? Киевде екене Крым-Татар сандык арт салоны капытыла біле. Тукеннын тесисчысы Рафан Кудусов кечкен сенесі Украинанын пайтақтында Крым-Татар усталарыны рахбетлештірмеге естеді. Лякин сөзлеріне көре, онын проекты бизнес оларақ адландырмаға қиын. Бинанын кирасы пек юксек, сандык башқа ерге авушмақ ичун Киев сакинлерінден дестек беклей. Ну, я считаю, что это единственное место в Украине и в Киеве, где можно непосредственно ознакомиться с предметами нашего быта, культуры, нашего народа. И поэтому я считаю, что нельзя такой проект закрывать. Необходима помощь. Я готов принять от любых людей, меценатов, помощь от госструктур с тем, чтобы этот проект жил и продолжал работать. Майыс 26-29 күнлері девамында Винницада Михаил Касюбинский евінде екінжі халқара интермецу адлы фестиваль икеесі кечечек. Фестиваль черчевесінде Қырым ве Қырым татарларға бағышланған махсус программа азырланыжақ. Чалғыжы кинорежиссер ве белі языжылар интермецу фестивалінде топлашы жақлар. Бусене эсас мевзу Крым ве Крым татарларынын меселесидир. Тедбир тешкилечиларына Михаил Кацубинскийнин наваласынын илхамладылар. Починається цього року із показу фільму «Татарський триптих» Олександра Муратова. Особливість цього кінопоказу в тому, що вперше татарський триптих буде показано оригінальною кримсько-татарською мовою без озвучки, а з субтитрами. Тому звучання мови кримсько-татарської заповнить цю площу, заповнить прилеглі вулиці. І таким чином ми зарядимо атмосферу на решту днів фестивалю. Фестиваль черчевесінде Крым-Татар халқының лидері Мустафа Джемилев ақында фотосерганы нумайыш етежеклер. Крым программасының эсас локациясы бұл саны китапхане филиалыдыр. Оның диварына Крым-Татар орнек ветим салеренен безетежеклер. Оның үстінде Кацубинскінің наваласынтан айры парчалар ерлештіржеклер. І зараз будівля бібліотеки виглядає зовсім по-іншому, ніж вона виглядала рік тому на фестивалі. Вона вбралася в фарби і кримсько-татарські мотиви. Біді ве театр мастер-класлары эсасында Қырым ақында атта балалар білечеклер. Фестиваль 4 күн девам етечек. Наталка Калинка, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.
Кембридж университетінде ил кере қырым татар тілі ве мединетінің қысқа курсыны кечерділер. Тіл курсыны дүнияда қырым татар тілінің бірінжі қырым тілі онлайн адлы курсларының тесесчісі Зенефесі Идаметова азырлап кечерді. Эсас мақсат студентлерінің диқатыны қырым татарларының тіліне тарихы, мединеті ве санатына желпетмектір. Бұйысы сонки хабирамызыды, атайрали олыңыз, көрішмек үзіре.